unit coming in fast. That thing bows, and you can kiss the conduit goodbye. Господи, десятый акт, десятый. О, гренир неплохие линзы, кстати. Что? Когда их трубаешь. Что? Я говорю, гренир неплохие линзы, когда их отрубаешь. Ну да. Да. А ты лица с Она просто не поняла, что ты сказал. Да почему? Поэтому согласилась, да? Не, просто знаешь, короче, сейчас я тебе скажу. Сейчас, секунду. Там еще... Просто я голову гринировца от лица не отделяю. Не отделяешь? А вот надо отделять, тогда они вкуснее. Вкусняшка. Сопли. Соп? Что? Она сопли, походу, отделяет. Ладно, не отделяешь, да? Вместе с соплями. Поджарился. Поджаренное лицо. Не-не-не, я чувака раскроил надвое, он такой лежит, дымится. Поджаренный. Какое мясо свинины, блядь? Мясо чего? Свинина или грязь? Какое мясо свинины вы любите? Так-то да. Выбор. Какое мясо свинины вы любите? Я не говорил, не любите, а свинина или говядина. Чё? Я сказала, какое мясо свинины вы любите. Я сказала, свинина или говядина. Свинина чего? Или говядина? Что свинина или говядина? Чем тебе нравится свинина и говядина? Чё ты ржёшь? Серьёзный вопрос. Он всё серьёзно. Кто говорил, что он будет серьёзным? Чё ржёшь, блядь? О. Ой, всё, ребят, всё. Откуда? Какой мухи пищу? Кого? А, вон он. О, бля, это этот... Вонючка. Жирный. Вонючка. Ну, Нокс просто. Еще взорвался. Приступим. Приступим. Снимаем очки. Надеваем трусы. Да. Еще не смешно. Не смешно. Все серьезно. Блин. О, кошку убили. Чат. Вышел. А, кстати, зашел какой-то никнейм. Фиолетовый, фиолетовый. Зашел фиолетовый? Куда? Да. Подумал. Че? Что? Куда фиолетовый зашел? Что? А кто сдох? А, собака? Сдох фиолетовый. Что? Что ты несешь? Мне плохо. Обкурилась, походу. Натурально. Она в маг зашла, вкусняшек купила, а кто знал, какие они. Да. Просроченные, что ли, были? Да. Как всегда? Как обычно. А чё дверь закрыла, Алёна? Да, Алёна. Она открыла. Алёна. Натуральный блин. Нафиг странно, вот такой, блин. Блять. Вот когда я накурюсь, ребятки, вот тогда вот будет страшно, а сейчас я пока не накурюсь.
врачам, которые будут тебя откачивать. Да. Где он бежит? Так что, ребята. Стоять, бро. Тут мамка спрашивает, что ты куришь? Снюс. Мамка тоже захотела курнуть. Мамке уже нельзя. Она говорит, узнает, что лучше. Че? А, она подскажет, что лучше? Да, она посоветует. Ну пусть советует, че. Амброзию. Послушай. Как когда, когда ты куришь амброзию, бля. О. Эффект заметен, да, Максим? Эффект. Эффект заметьте, да? Заметьте. Да. Заметь. Нас, короче, послушают, я буду молчать. Ты имя или вид? Скажу по поле. О, чувака насадили. Нас снес. Ему плохо. Ну вот, на снюс, я же говорила. Какая... Чё, Макс, ты заходишь? Какая красивая рожа. У меня не рожа. Я не рожа, я Серёжа. Ой, я захожу, но я сейчас сначала выбью. Ой, я упал. Чё, ногу сломал? Не-не-не. Я упал просто. Поднимите. Ко мне зацепишься. Ага. Чё у нас, кстати, Влад молчит? Подслушивает. Кто, я подслушиваю? Не забирай мою славу, на меня только внимание обратили, а ты сразу тут как тут гадюка, блять. Ты че, вкурился, блядь? Он, походу, попробовал амброзию. Амброзию. Он это кому говорил? Он кому сказал? Я вообще не понял. Что лучше курить амброзию? Окей, просто вы все понятно. Не, просто он, если это мне сказал, то... Да. Да. О, да, походу ты куришь амброзию. Подорожник. Это у меня загорелось. Подорожник загорелся. Опасно. Ой, ребята, вот такой прям салют пойду. Когда приложила подорожник на попку. Клуб откровенных наркоманов. Ой-ой-ой. У тебя клуб откровенных наркоманов, которые курят амброзии и подорожник. Ага. Это как очумелые ручки раньше были. Ой, какой я молодой. О, чувак бежит. Я не пью. Лови его. Лови его, бро, лови. Кого? Ловлю. Ловлю. Сука, взорвался. Ну чё ты? Смотри, тут сверхмощное снаряжение. Не легендарное, сверхмощное. Только увидел? Да. Я уж третий шмотка такой нашел. За сегодня. Лорд Саладин, железное знамя. Кого? Только выпадает там какая-то синька в основном. Либо какой-нибудь фиол говно. Синька? Да, синька. Знаешь, есть такая фигня синька, короче. Короче, когда она попалась, ты уже совсем... Ей, по-моему, раньше вещи отбеливали. Ну да. А ты откуда знаешь? Я промолчу. Белил вещи? Ага. Отбеливатель. Отбеливатель для вещей.
заливаешь синьку, короче, и делаешь чистыми свет. Я просто представил это, когда залил синьку, короче, и сделал свои вещи чистыми и свежими. Когда переборщил с синькой. Ой, а чё я сюда принёс? Варёнку тогда делали. Варёнку делали. Это тот случай, когда переборщил с синькой. Да. Модераторы. Да ты ж здесь сидишь, чё ты? Ты ещё хочешь кого-то к всем модераторы, да? Да не, короче, есть такая, как сказать, блогер. Короче, да, блогер. Короче, синенька. Ну, ведет. Короче, стример, блогер там. Он ведет стримы с мамой. И эта мама, она немножко она неадекватная. Гей. Нет, неадекватная. Почему нет? Откуда ты знаешь? Стоп. Откуда ты знаешь? А? А она... А, хотя, возможно, так и не знаешь, почему? Короче... Я прослушал еще раз. Я вот тебе сейчас скажу, погоди, не перебивай меня. Да, слушаю. Короче, это... Ага. И они, короче, за деньги, блин, уже помню. Целовались с сыном, блин, прям целую, короче, ну прям на камеру, это, то есть на стриме. Что, на убоёбу, что ли? Там, ну, короче, неадекватно. И как мамке понравилось? Ну, я сейчас теперь хейтит за это, типа, и все спела, она такая, ааа, это все неправда, это все он, да? Хотя запись есть в стриме. Нет, запись стрима есть, но это правда во всем. Но это все он виноват. Короче, ты видел тут да это? Да не, как транспорт для... Ворот, ну, для да, одаренных, да? Короче, плесень вся такая. Плесень? Это транспорт плесень. Короче... Когда нашел плесень, носил себя дома и поехал. Куда поехал и чем поехал? Историю молчу. Плесень, которая транспорт. О, кошка умерла. В натуре, блин, вот этот транспорт, на котором передвигаемся для открытого. Да, я про это говорю, да. То он весь плесень какой-то, взорвался. Фу, всё. Не смеём. Классная плесень. Чё? Классная плесень? Такой, классная плесень. Качественная. Красная. Какая разница, главное, плесень. Прекрасно, все заебись. Все, отошли, да? Гаусс, каркас, зачем он нужен? Я уже зажрался, мне ничего не надо, да? Че? Я уже зажрался, мне ничего не надо, никакой гаусс. Да мне пушку бы выбить. Ты там присоединяешься или что? Да, я присоединяюсь. А ты не чувствуешь? Нет. Ну извини, бро, какой есть. Ты Влада напоминаешь. Да, он просто мне передал палочку, короче. Я теперь его напоминаю. Да, и воспоминания, и память, да, все передал. Только палочки хватило. Не рисай, пусть сдохнет. Это серьезно. О, что-то он какой-то это. Это самое, да? Да. Давай. Бро, ты чё, с тобой всё нормально? Ты чё стоишь? Ты живой? Всё ок? Нет. Окей. Главное сказать окей, если ему всё равно плохо. Окай. Это вообще под немку устроится. Окай. Просто не в теме. Да, ты мешаешь.
Да, я не шарик, не хуярик. Так, все, вышло. Вышло? Да. Ну это серьезно. Несите тазик, будем обмывать. Все, ты запихнул обратно, чтобы у тебя... Запихнул как-то обратно. Запихни обратно. Зачем запихни обратно? Не делай такое. У него там родители. У меня нормальные. Не, нормальные родители. Они не против, когда запихивают обратно. Так, тихо. Сказали, лишь бы на здоровье. Лишь бы, да, это на здоровье, да. Главное, что, чтобы не это, не залетели, да. А так на здоровье. Нет, ты там решишь, как у тебя там будет. Так, второй. Я не против, да? Я не знаю, как ты там... Свободная касса! Блядь. Ой, я его убил. Ой, у меня голос пропал. Голос пропал, это... Потому что, наверное, просили обратно. Следующий. Поэтому и пропал. Сейчас все нормально будет. О, бежит, очередь бежит. Не задерживаем, бежит, подходим. Бежит, бежит. Все вышло, да? Фу. Бро, а ты зенурик? О, спасибо. Максим, спасибо, бро. Вдохнул. Я тебя люблю. Выдохнул. Ну, а теперь ясно, кто. От кого от Влада там это перешло бы. Всяких там любишь. Он же сказал, спасибо, бро, я тебя люблю. Да. Да. Кусок мяса. Ну, нормально. Да. Свинина или говядина? Не знаю, иди попробуй. Ну как на вкус? Говядина или свинина? Бля, я не знаю, да? Дай еще. Дай распробую. Не распробовал. Да еще. Ой, блин. Сука, кто там жрал? Что такое? Фу. Макс. Макс. Да, у меня это грудь болит. Со стороны сердца. У тебя вылез? Растет, что ли? Да, растет. Походу рак. Не, ну так не шутят. Да. Шо, да, у тебя вылез? Да. По голосу не слышно? Слышно. Хватай. Фу. Все, надо заканчивать, ребят. Да, это ж плохо. Да. Сможешь со мной кузницу активировать? Это приглашение? Или предложение? Да, это свидание? Бля. Не предложение, ты там не путай. Бля. Это приказ, да? Бля. Знаешь, как утки? О, слушай, ты слушаешь? Ой, слушай, ты слушаешь? Да. Ты слушала историю про дружбу гуся и собаки? Да. Да? Да. Да. Это как это, как Джим Керри. Всегда говори да. Ой, кстати, недавно на работе его пересматривал, да. Делать было нечего. Я думал, ты на работе говорила, да, всем. Нет. Да это ладно, не всегда. Нет. Да. Я часто не выдаю рассрочки, я часто посылаю. В рассрочку даю, да?
Да. И в кредит. Кому дать в кредит? Даю в кредит, ребят. Пойдешь в горнило, железное знамя? Я такой, пойдешь в горнило, железное знамя? Даю в кредит сразу так. Не, давай без кредита. Бро, у тебя собака умерла. Рисаем? Нет. Рю, Влад, как ты про тебя, что ли? Что? О, чё это? Чё это? Опа, увернулся. Зачем? Все, я устал, отстаньте от меня. Мне уже плохо, блин. У тебя вылез, ты устал, да? Седьмой, восьмой, наверное. А, подожди. Ну да, на восьмом, в принципе, можно выходить. Потому что, мне кажется, ничего не выпадет. Заходи в Destiny. Попозже. Ты мне это говорил минут 10 назад. Я говорю попозже, это значит попозже, а не через 10 минут. Так это мало. Давай уже. Так это мало. О, сколько мог. Да. Чё не могу выйти отсюда? Теперь могу. Где бежит? Собаку убили. А кошку убили. Всех убили. А он на красную? Ты на красную побежал, что ли? Да нет, я на месте стою. Не давись. Ну, ничего не могу убить. Ух, йоу. Фига, он быстрый. Да чтоб тебя. Блять. Взорвал. Так, надо пойти что-нибудь поесть. Да, вот да. Да? Блин, кстати, сама вот, весь день ничего не ела. Кофе только пила и все. Да это правильно, худей. Зачем? Просто поешь, потом блевать придется. Ой, точно. Слушай, Илюха, а ты где был? Посмотрел, бля, ты где был, бро? Что с тобой не так? Не в смысле всю мою жизнь, а в смысле сейчас, куда я гружусь. Ты грузишься ко мне! Да, блять, это уже пугает. Да. Илюха, если серьезно, ты на страннике или где? Кого? Ты на страннике или где? Вы же только что играли в Warframe, я ничего не поняла. Я в Destiny играю, в Warframe так и не зашел.
Warframe зайду, когда... Warframe зайду, когда... Мудаки... Ну, понимаешь, да. Да. Ну, это так. Да, не точно. Не точно, но точно. Но бывает. Да блин, почему я могу его убить? Не дай его убить, ребят, да. Влад, когда делаешь глоток. Чего, чего? Смотри, а то у Макса там встает, хрен его знает что. Блять, ты хотел что-то, поэтому говори. Хватит, блядь. Знаешь, Влад, не только ты смотришь на большие. Это серьезно. Что ты хотел сказать? Тут не было шуток, как бы. Да, тут я смеха не слышу. Серьезно, я что-то хотел. Блин, опять бежит. А это Нокс, что ли? Да ебать его нахуй, вообще похуй. Ты чё, голос потерял? Раньше как-то со мной разговаривал. Спасибо, нормально бро. Было. Да. На С же говорить, да? Надеюсь. Я не сам с собой разговариваю. Да не, я про Влада. Ну что? Чё, последний выходим? Да не, отвечаю. И тишина. Выходите, я жду. А, надо же бафнуть чуть-чуть. Mm. Девушка есть? У кого? Парень. Нахуй не нужны. А то вон там одна ждет. Соглы, соглы. Почему ты сразу затыкаешься? Кто ждет, блядь? Сука. Ну вот. Что она ждет? Кто она? Как ее зовут? Ты в Дискорде с кем сидишь? Я, Макс. Ты, и кто еще? И его девушка. И твоя девушка. Так пусть она тоже в Диз зайдет и будет говорить. Че она там дает? Господи, все. Все, все, ребят. Все, ребят. Молчу, молчу. Влад. 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 А че? А я уже молчал. Влад. Да, я заметил. С кем мы сидим? Со мной. На ножках стула. Не, я там это сверху сижу. Вы там как на ножках. Сверху ножки? Или сверху на том, кто на ножках? Когда любишь помягче, да? Вот оказывается. Ой, бля. Фу. Давай его убьем, бро. Бля, тебя собираются убить. Бля. Ты чё, обкуренный, что ли? Да с хуя ты взял, что я обкуренный? Я просто хочу уже потрогать свою хуй, чтобы меня не отвлекали. Пожалуйста. Блять. Слышь, даже Макс спрашивает, где он у тебя? Где же он может быть? А, ты умер, сори. Да ничего страшного. Сбали, надо. Ничего, и кошку убили. Всей командой стали для захват точки принял. Задание взял. Влад. Привет. Ты спишь? Нет, чего ты знал, что я сплю? Ты что такой сонный? Я не сонный, я не знаю, почему ты решил, что я тихо разговариваю. Я не Влад просто. Так ты тихо разговариваешь. Я Лена.
Да я, блядь, ебаный в рот, пизда, хуй жопа, оно, извиняюсь, здравствуйте. Короче, ты все подряд ему понял. Да нихуя вы не поняли. Я настолько преуспел в своем познании мира, что я теперь просто пизда. Я хуй. Здравствуйте. Пизда сверху или что ты там сказал? Что кто? Блять, меня трахают. Хули ты, блядь, тише, где ты? У, сука. Он аватар котик. Видишь, мы из-за тебя проигрываем. Давай, выйди. Да без проблем, что? Это тортик. Это не котик, это тортик. 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 Тортолетка. А чё, Destiny первая выходит или что? Да, да, да. А то у меня тут написано, типа, у вас допущен это бета-тест там или что-то в этом роде. Да, 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 да. Шо, да, да, да. Новая часть, да, Destiny, да, Destiny, да, 1. Да, да. Наконец-то они ее сделали. А, сначала вторую сделали, теперь решили первую. Ну, они просто ее долго делали, короче, теперь выпустили наконец-то. А ты видел, какая там графика? Ой, пойдем, наверное, отсюда. Зачем выпускать первую Destiny, когда есть вторая, подумайте. Это так, идиоты. Ладно, у меня началась охота, а ну защищай. Да, я знаю, на меня тоже, успокойся. Расслабь, ты не кричи, заткни, ой. Мне просто страшно. Просто сними штаны. Я понимаю. Ничего не бойся, просто снимай жопку. Сними штаны, потом сними жопу. Положи рядышком и смотри. На что, блин? Я боюсь, мне страшно. На штаны, конечно. В другую сторону лучше не смотреть. А что в другой стороне? Блин. Влад, я видел, когда тебя домогались. Ну, я ответил лещом по оружию.